Подростки – одна из самых любимых аудиторий рекламщиков. Игра на доверие, на подростковых страхах, желаниях, как правило, попадает в точку. Как выглядеть красивой, привлекательной, как оставаться худой, поддерживать свою форму. У девочек все время возникает такое чувство, что у них очень много разных прыщей, разных морщин, черных точек и пор. Рекламная удочка подцепила на крючок и Настю. Гуляя по торговому центру, в тот день девушка мечтала. Вот закажет себе волшебное средство. Всего-то пропить пару недель, кожа очистится, организм избавится от всех возможных паразитов сразу. Знакомые попробовали, но не отставать же. Ребята, которые уже попробовали это лекарство, его купили, заказали. Они тоже услышали это от своих друзей. Девушку, которая еще вчера мечтала стать медиком, не покидали сомнения. Она уже открыла сайт на мобильном, в котором вся жизнь у подростков, и почти кликнула «заказать». Но копить из своих карманных на покупку дорого. Решила все же посоветоваться со старшими, а те позвонили нам. Так началось журналистское расследование. Только сегодня и прямо сейчас акция. Именно для вашего региона. Препарат, завоевавший доверие в Европе, по решению производителя, почти бесплатно, всего несколько часов, доступен белорусам. Потому как разработчику обидно, что из-за высоких цен перекупщиков не все могут раз и навсегда избавиться от проблемы, которую вся Европа для себя уже давно решила. Ну как, скажите, не стать жертвой такого красивого заявления? Вот парадокс. Чем больше говоришь людям о том, что это опасно и даже вредно для жизни, тем больше их тянет проверить на себе. А не врут ли теперь журналисты? Чудодейственные баночки с порошками-таблетками в виртуальном пространстве почти повсеместно. И как понять, кто стоит за красивой картинкой – добросовестный производитель или мошенник? Мы разложим схему буквально на пилюле, чтобы каждый мог сделать свои выводы. Мы взялись за продукт, на который указала Настя. Чтобы не рекламировать лишний раз, скажем просто. Это средство от паразитов, очень созвучное с его назначением. Начинаем пошагово изучать предложение. На стандартный запрос вылетает множество сайтов. Здорово, понимаем мы, средство популярное. Листаем и видим. Сайты, если не близнецы, то явно с одним почерком и контентом. Лица врачей, которые ручаются за качество, повторяются. Здесь, кстати, и медийные известные персоны. Начинаем собирать для зрителя факты. Мы сейчас попробуем заказать этот препарат. В заголовке «Медицинский вестник России» солидно, очень похоже на официальный сайт. Лишь при детальном рассмотрении можно понять, ему далеко до настоящей медицины. Клик на любой раздел меню не даст промахнуться, выбросит на продающий блок. Прошло пару минут, заказ подтвержден, это написано на сайте, и нас просят подождать какое-то время, пока с нами свяжется специалист компании. Пока ждем звонок, отправляемся за консультацией на кафедру инфекционных болезней БГМО к доценту Марине Ивановой, автору научных трудов по паразитологии, которая проблемой занимается более 20 лет. И первый вопрос – можно ли, в принципе, одним средством ударить по всем сразу паразитам, как утверждает производитель? Ну, к сожалению, золотой пули нет. То есть нет лекарственного средства, которое могло бы помочь при борьбе с болезнью, вызванной любым паразитом. Гельминтами, например, или простейшими. Паразиты, оказывается, бывают разные. И универсальных подходов к заболеваниям, которые они могут вызвать, нет. Это первый вывод. Вопрос второй у доцента вызвал улыбку. Можно ли, избавившись от гельминтов, навсегда позабыть, скажем, о папилломах? Мне иногда просто грустно, потому что люди верят таким заявлениям, и вследствие своего доверия могут нанести вред своему здоровью. К слову, на фоне других стран Беларусь по паразитозам выглядит спокойно. Это отмечает и Всемирная организация здравоохранения. Заболеваний немного, чтобы бить тревогу, и уж тем более всем поголовно лечиться. Этому способствует и хорошее развитие санитарии, хорошее развитие гигиены в популяции. И климат, повторяю, он у нас умеренный, с достаточно выраженной зимой.
Изучаем состав. 47 трав, никакой химии, заманчиво. Тем более натуропатия на пике популярности. На фото обратной стороны пакетика состав. Сок томатов, перегородки грецких орехов, зверобой, тысячелистник, прополис. А еще целый ряд названий, которых добрая часть населения и вовсе не слышала. И на выходе порошок белого или серого цвета. Интересно, как его можно получить без химии из веществ, которые сами по себе сильные природные красители. Мы пришли в лабораторию Центра испытаний и экспертиз в здравоохранении. Допускается реклама лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, прошедших согласование с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и зарегистрированных на территории Республики Беларусь. Иными словами, все лекарственные средства и БАДы должны пройти несколько ступеней проверки. Если это лекарственное средство, то доказать свое качество, эффективность и безопасность в процессе регистрации. А если это биологически активная добавка в пищу, доказать свою безопасность. И пройти согласование рекламного материала перед его размещением. Причем рекламодатель не может менять в этом согласованном материале ничего. И все это легко проверить. На легальной рекламе обязательно будет пометка. Доверять просто словам не стоит, как и улыбкам с фото врачей высшей категории. Как правило, это случайные кадры из интернета. И при проверке эти люди либо не имеют никакого отношения к медицине, либо не работают в указанных клиниках, или их имена использованы незаконно, как, скажем, Елены Малышевой. Если Минздравом на самом деле согласована реклама, то лекарства легко найти в реестре лекарственных средств. Такое есть и в Беларуси, и в России. Если это БАД, которому нечего скрывать, он тоже будет в системе. Реестр находится в свободном доступе. Вы, как гражданин, тоже можете зайти на сайт Центра экспертизы и испытаний в здравоохранении, в раздел «База данных» и в реестре лекарственных средств найти то лекарственное средство, которое позиционируется в рекламе как лекарственное средство. Попробуем проверить сертификат. Например, звоним на фирму, указанную в документе. Скажите, пожалуйста, мы звоним по рекламе, вы указаны в сертификате как производитель средства. Вы производите такое? Это неправда. Мошенники используют наш сертификат. Мы фирма по производству строительных смесей. Наше расследование становится все интереснее. Итак, сертификат липовый. Хорошая новость, вряд ли в пакетике строительная смесь. Мы не первые, кто вам так звонит, да? Да, не первые. Каждый день так звонят. Каждый день звонят? Понятно. Конечно. А вы пробовали с этим бороться, может быть? Ну, а как с этим бороться, если в интернете так же находят и скачивают? Читать отзывы уже явно незачем. На 20 положительных, один сомнительный. Фотографии семей, умудренные опытом мамы, доктора наук. И все свежие. Дня нашего заказа. Полное ощущение, что акция только здесь и сейчас. И по-настоящему всего-то пару часов. Поэтому все так и торопятся высказать мнение и поблагодарить разработчика за благотворительность. Покажем эти сайты специалистам компании, которые знают толк в законной рекламе и продвижении сайтов. Заходят они в Wordstat, есть такой, назовем это ресурс, который видит, по каким запросам люди ищут тот или иной продукт, и под него они подкручивают рекламу. Когда потребитель вписывает нужный запрос в поисковой системе лечения там, от глистов, то всплывающее первое окно – это именно та реклама, которая направляет потребителя на их сайт. Вывод. Над продвижением сайтов работает команда профессионалов, знающих не только психологию рекламы. Знают, как продавать, на какие болевые точки целевой аудитории давить и технологии SEO-статей, где ключевые слова или кодовые, повторяющиеся в тексте в определенном порядке, выбрасывают сайт на первые страницы запроса. Здесь работает не только контекстная реклама, но и SEO. То есть это именно продвижение слов тематических, которые индексируются Гуглом и Яндексом на первые там, 10 позиций. А вот и двойняшки. Статьи разные, фото одинаковые. Изменены лишь названия препаратов. Здесь девушку парализовало от гельминтов, а на этом сайте от скачка давления. Видимо, не рассчитано на то, что человек может одновременно искать лекарства от двух проблем. Как правило, эти сайты зарегистрированы иностранными гражданами, поэтому найти нарушителя не представляется возможным. В этом случае мы направляем информацию в Министерство информации для того, чтобы ограничили доступ к такому сайту. Доступ к этим сайтам с территории Беларуси ограничивается, но не автоматом. Их нужно кому-то выявлять. Контроль за рекламой в Беларуси ведет в март.
когда предлагается продажа лекарственных средств или биологически активных добавок, следует понимать, что это незаконная реализация. Соответственно, за качество и безопасность перед потребителем не отвечает никто, потому что трудно установить это лицо. Поэтому обратилась бы к потребителям не покупать такие препараты через сеть интернет. Есть опасность того, что это препараты, которые могут нанести вред здоровью или даже жизни. Делаем еще один вывод. Лекарства и БАДы в Беларуси могут продаваться только в аптеках. Продажа онлайн вне закона. Но словить за руку курьера, а от него раскрутить всю цепочку к организатору, пока не удалось и правоохранителям. Здесь, как в анекдоте, нет тела – нет дела. Нужно заявление, и чтобы кто-то еще пострадал от приема такого средства. А прием тоже нужно еще доказать. Нам тем временем уже звонит специалист по средству от паразитов за 5 рублей. Ставим на запись. Ну вот, звонок с неизвестного номера. Поднимем трубку. Алло? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Елена, менеджер интернет-портала. Оставляли вы заказ? Да, конечно. Если доставка у нас будет почтой, в течение 5 дней мы выставим заказ по ложке платежом, скажите, магазин только при получении. Вы попали на разу там акции, поэтому то есть вы оплачиваете 28 уже, по стоимости заявленной на сайте, просто же, для вас оплачивают производитель. И уже общая стоимость такого курса, вместе с доставкой на почту, составляет 147 рублей. У вас в рекламе указано, что он стоит 5 рублей для Беларуси. Да. Стоимость одного сашета, то есть одного применения. Лекарственного комплекса собирается индивидуально, то есть того, какая у вас проблема. А какие вас симптомы беспокоят? То есть, допустим, утомляемость, головные боли, простуды, нервозность, боли в мышечных суставах, может быть, переломы. Ну, мы хотим для начала попробовать, прежде чем заказать какую-то целую упаковку. Если вам, допустим, полный курс не подходит, могу вам предложить профилактический. То есть это будет тогда 40 сашей, это будет на 20 дней. Вы здесь оплачиваете 21 сашей, и 19 идет бесплатно. Но минимум это только одна упаковка, то есть 10 сашей. А доставка бюджетная стоимость 40 рублей. Когда начинаешь сталкиваться с мошенниками, невольно перестаешь верить во все БАДы на свете. Эта незаконная реклама бьет по добросовестным производителям добавок, где все под контролем, и не только ученых. Мы на производстве Академии наук Беларуси. Конечный продукт тоже проверяем полностью в аналитической лаборатории. Поэтому мы гарантируем тот состав, который написан, во-первых, на банке БАДа, и второе, гарантируем качественный состав БАДа. Разработки белорусских ученых на основе аминокислот для суставов, для сердца, для центральной нервной системы перечислять можно долго. Задача от жизни, а рецептура разрабатывалась практикующими медиками. Еще одна отличительная особенность наших БАДов. То, что мы поставляем в биофармацию, мы всегда сопровождаем сертификатом качества. То есть мы подтверждаем, что БАДы наши соответствуют этим сертификатам. А что вы можете по интернету? Ну, кто-то что-то сказал. Вот оно действует. Предъявить никому ничего нельзя. А тем временем средств, которые буквально преследуют громкими рекламными заголовками всех, кто дрейфует в интернет-пространстве, множество, по самым чувствительным позициям, где сам заболевший или его родные хватаются за любую соломинку. Здесь тебе онкология, инфаркты, гипертония. Паразиты, наверное, самое безобидное. И мы подошли к вопросу, так что же с этим делать? Скорее всего, это изменение, ужесточение законодательства в отношении такой незаконной деятельности. Это будет, с моей точки зрения, достаточно эффективно. Получается, действенной борьбы с этим явлением нет. Закрываются одни сайты, растут как грибы их двойники. Умом понимаешь, что наказать производителей и распространителей можно, но, видимо, у нас нет рычагов. Напоминает начало борьбы со спайсами, только наркотики теперь под жестким контролем, перекрыта и почта, а эти чудо-порошки и пилюли до сих пор можно заказать на свой адрес по почте. Наверное, этот бизнес позволяет зарабатывать хорошие деньги, потому что люди верят. Особенно больные люди, у которых диагноз достаточно серьезный, они, конечно же, верят во все, что вот только могут увидеть, найти или где-то услышать. Поэтому да, это вот тоже уязвимая часть населения, и ну, хотелось бы, чтобы они понимали, что все-таки риски очень велики, когда они просто поддаются на такого рода рекламные акции и кампании. Лично у нас вывод один. Все эти сайты – паразиты и сами, против которых еще предстоит искать средства.
Универсального лечения в Беларуси не найдено, и спасение утопающих в рекламной воронке – дело рук самих утопающих. Кое-что нам все же удалось сделать. Пока мы готовили фильм к эфиру, Март начал работу по ограничению доступа с территории Беларуси еще к целому ряду ресурсов, продающих именно сегодня и только для нас чудо-средство от паразитов.